Приветствую вас, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе», и сегодня у нас распаковка трех посылочек. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров, и все это на канале «Китай стал ближе». Распакуем мы с вами сегодня три посылочки. Две маленькие, одну такую побольше. Посылки интересные, так что давайте начнем. Посмотрим, что, как, за что и почему. Первая посылочка оценена в 20 центов, шла на 28 дней, и здесь должны быть блески. Блески для украшения ногтей, для маникюра, возможно даже педикюра. Ну, в общем, блески, для чего их применяют, я думаю, девушкам известно. Эта распаковка посвящается именно для девушек. Вот такие сейчас я поднесу поближе, открою и покажу, какие блески. Здесь у нас написано, что Made in China, количество не указано, но я оставлю ссылочку в группе ВКонтакте, там будет все расписано, все указано, ссылки на продукт будут также под видео, можете зайти и посмотреть. Вот такие вот блески разных цветов, одной формы, но разных цветов. Можно применять для декорирования ногтей, а может, кто применяет еще для чего-либо, для каких-нибудь украшений и всего остального. Вот первая баночка, это у нас вот такие вот блестки. Давайте приступим к открыванию второй посылочки. Вторая посылка шла 63 дня, и в принципе, честно говоря, я уже не надеялся ее получить. Оценена она 70 центов, 78 центов. Здесь тоже блестки. Давайте посмотрим, какие здесь. Вот, на этой уже ничего не написано. Давайте откроем, посмотрим поближе, что у нас здесь имеется. А здесь вот такие вот, есть покрупнее, есть помельче, просто белые, блестящие. Ну, я думаю, на ногти такие налепить будет чересчур, а там, ну, там не знаю, конечно. Вот такие вот белые, блестящие. Сейчас скажу, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть отделений крупных и 6 отделений помельче блесток. Вот такие вот. Что-то они, по-моему, там дешевые. Но ссылочки также будут под видео. Давайте теперь к самой большой посылке. Вот в этой вот посылочке, которая шла 21 день, у которой трек отслеживался, всю дорогу ее отслеживали, там ягоды годжи. Посылка запакована. Что такое ягоды годжи? Ягоды годжи, или же волчьи ягоды, популярный продукт для похудения и укрепления здоровья на основе деревянистых растений рода дереза, семейства послевых, эффективность которой остается недоказанной. Но доказано или не доказано, это нам уже не важно. Самое главное, у нас их заказали, мы их получили и отдадим владельцу. Но давайте откроем и посмотрим, какие они пришли, как они упакованы, что там с ними. Что, поскольку и зачем. Я, конечно, не верю в эти все ягоды для похудения и все остальное. Я считаю, самый хороший верный способ для похудения — это есть меньше сладкого. Есть меньше сладкого, и будешь более-менее стройным. Я сам люблю сладкое, поэтому сам тоже начал поправляться немножко, но это уже мелочи. Вот такие три пакета по 100 грамм. Смотрите, мусора вроде не видать, есть небольшое. Здесь вон ягодки с пятнышками. По-русски ничего не написано. Содержание вот чего-то тут в процентах есть, но опять же все на иероглифы китайский, японский, я уж точно не знаю. Вот три вот таких пакета. Стоили они недорого, дошли они довольно-таки быстро. Дошли всего за 21 день. Так что кому интересно, может приобрести. Ссылки будут под описанием. Вот такие вот ягоды годжи. Не знаю, как, что, как их заваривают, как применяют. Если кто знает, можете написать в описании. Ну, еще раз повторюсь, я, конечно, не верю во все это. Единственное, во что я верю, это в растениях. Это чай с липой и с малиной. Вот это вот замечательные растения наши, полезные и все остальное. А это, я считаю, что это просто способ выманить деньги. Ну вот такая была сегодня небольшая распаковочка. Все ссылки будут под описанием. Заходите, присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Там всегда есть что-то новенькое, что-то свеженькое.
Такая вот распаковка. Всем счастливо. Всем пока. До новых встреч.